TPR. TPR. Следующий метод, который... Кто-то знает про TPR? Не знает про TPR. Рассказываю. TPR происходит от английских слов Total Physical Response. Да. Что такое Total Physical Response? Кто может нам перевести? Полный физический ответ. Да. Этот метод очень хорошо подходит для обучения детей, как я считаю, это хорошо делать в школе, вот даже, может, в вузах иногда. И он подходит, он почему работает? Потому что мы говорили, да, автоматизм вырабатывается на теле, когда связано с телом, связано с говорением, с движением мышц. Так вот, total physical response означает, что я человеку даю команды только на этом иностранном языке, он их выполняет, смотря на то, что я прошу его сделать. То есть в методе Мишеля Томаса там какая особенность? Есть второй язык. Есть русский или есть украинский, через который я человека обучаю. Здесь язык только один.